улице очень тепло, мне кажется, градусов 15, наверное. Чувствуется, народ повылезал, все гуляют, хоть и рабочий день сегодня. Сегодня у нас пятница. Уточки уже по парочкам все плавают, наверное, скоро утят уже будут, мне так кажется. Сейчас хочу съездить в Доброцен и зайти в светофор. Хочу выбрать какие-нибудь капсулы для стирки. Что-то у меня вот порошок вот белорусский совсем мне не нравится, как он стирает. И как-то вот, несмотря на дачу, да, вода у нас такая без хлорки, чистая, все равно вот даже с кондиционером мне что-то вот как-то не нравится. Просто вот не нравится и все. Хочу что-то вот другое купить. Посмотрим, что там есть. Почитаем там составы. Погода отличная. Даже настроение поднимается. Всем привет! Сейчас гуляю в парке, где у нас утки, где вот мы зимой ходили, кормили уток. Вот они сейчас тут все по парочкам плавают. Вот. И сейчас вот в телеграм-канале тоже буду рассказывать потихоньку о каких-то продуктах полезных, о том, как бороться с инсулинорезистентностью, чтобы как-то хоть похудеть, и чтобы не копились дефициты в организме, о микроэлементах, как что лучше и как правильнее. Ну, хоть какая-то информация вообще о питании. Сейчас вот пойду схожу ярче. Мне там понравилась, знаете, жидкость для мытья посуды. Покажу. Такой у нее, я состав не читала, честно говоря, но у нее такой приятный аромат. Я купила домой, сейчас вот хочу на дачу тоже купить. Так приятно. Для меня вот пахнет жвачкой. Дочка говорит, пахнет лимоном. Для меня жвачкой. Но очень приятная такая. Вот. А потом еще зайду там пару магазинчиков, я же говорила. Посмотрю, что там продают. Тут давно уже. Вот эту, кстати, водолазку купила за 400 рублей. Недалеко магазин «Светофор», недалеко от города Александрова. И там вот такие водолазки продаются разных цветов. Но размеры все в основном 48. Такая прям мягкая и очень-очень комфортная. Я сначала купила одну, вчера поехала, еще две купила. Пусть лежат. Всем привет! Хочу всех пригласить в телеграм-канал. Буду там рассказывать про полезную еду, про жизнь, про все. Всех желающих добро пожаловать. Всем желающим. В солнечных местах уже мать и мачеха. И уже вот я сейчас вижу одуванчики. Уже представляете? Апрель месяц, уже одуваны. Я люблю, когда вот мать и мачеха, потом одуванчики, а когда все это быстро, это не очень интересно, мне кажется. Хочется, чтобы подольше вот эта вот весна. Там. Сейчас же впереди лето, и это сейчас самое хорошее такое время. И так хочется, чтобы это вот подольше продлилось, что впереди лето, так здорово. Водичку.
чистю, очень много бутылок. Я еще одну дальше поставлю. Как это заказывать? Пора сейчас добраться. Вот у меня такие галоши есть классные. Так, я для стирки. Вообще непонятно, что где стоит. Я не знаю, какой-то бардак здесь. Вся брать. Вот такие что-то хочется покупать. Большие такие, 44 рубля, 45. А место тоже непонятно, сколько стоит. Для кошек. Вот это вот есть. Феликса нет. В общем, стираем немножко в капсулах и нашли. Видите, какой горшок. С Мадоном. Цену еще не выставили. Смотри, что какая есть. Такая достаточно твердая. Как сказать, можно прям вырезать, постелить, куда хотите. Тоже не знаю, сколько стоит. Не очень прям. Все то же самое, ничего нового. Порошки. Северная радиосети. Уважаемые покупатели. Попробую, куплю вот эти. Там дальше расскажу, как они.
Кстати, вот силиконовый силиконизированный пергамент. Хороший тазик, кстати, тяжеленький. Две штуки он. Неплохие тарелочки. Я не люблю такие, но красивые, да? Салатник и так. Лимончики.